минут встречи инициативу на площадке захватили ученицы 11-й школы. Уверенные передачи, грамотная игра в нападении и обороне привели к тому, что к концу первой итоговой четверти спортсменки вели в счете. Из-за большого напряжения каждую минуту слышался свисток судьи, назначались штрафные броски. С помощью них во второй четверти спортсменки 12-й школы почти сравняли счет. Но в третьем и четвертом игровом отрезке их соперницы усилили нападение и шансы на победу сборной 12-й вовсе не оставили. Итоговый счет на табло 12-45. Очень тяжело. Мы думали, что немножечко не так тяжело будет, оказывается, вообще очень сложно. Мы будем бороться за второе место, потому что из города всего три команды, и у нас есть еще шанс поиграть с другой школой, и все возможно. Баскетбол – командный вид спорта. Игроки должны считать наперед все комбинации, уверяет капитан команды 11-й школы Анжелика Парамонова. Именно сплоченность и настрой на победу помогли им выиграть. Команда была соперников не очень сильная. Мы будем еще готовиться, чтобы занять первое место в дальнейшем и поехать дальше играть. Первенство проходит в рамках школьной баскетбольной лиги КС-баскет. В этом году в нем примут участие 13 команд, 3 женских и 10 мужских. Юношей разделили на 2 подгруппы. Каждой сборной предстоит сыграть друг с другом по несколько игр, после чего определится победитель. Сейчас мы девочкам и мальчикам выявляем сильнейшую команду, да, для дальнейшего представления нашего города на зональных, областных, региональных и российских соревнованиях. В прошлом году у нас среди юношей 12-я школа пробилась в финал Приволжского федерального округа, то есть такое большое достижение. В этом году посмотрим, что будет. Первенство по баскетболу среди школьных команд продлится до 22 ноября. Расписание и итоги соревнований можно посмотреть на сайте Департамента образования. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Пловцы спортивной школы «Икар» Артем Романов и Павел Клюшников удачно выступили на первенстве Нижнего Новгорода по плаванию. Артем Романов завоевал золотую медаль на дистанции 50 метров бутерфляем и серебряную медаль на 100-метровке бутерфляем. Кроме того, на дистанции 100 метров бутерфляем спортсмен установил новый рекорд Сарова. Павел Клюшников дважды стал бронзовым призером на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем. Тренируются ребята у Романа Розенкова и Евгения Чувашлева. Саровская команда завоевала второе место в турнире трудовых коллективов по дартсу, который прошел в День народного единства в Богородске. В командной части турнира было заявлено 6 команд, которым предстояло сыграть 3 игры. Победителями турнира стала команда «Хозяев» из Богородска. Третье место завоевала семейная команда из Нижнего Новгорода. В личном зачете саровчанин Дмитрий Тишкин завоевал третье место. Первое и второе место заняли спортсмены из Нижнего Новгорода. 2 ноября саровчане приняли участие в соревновании по трейл-раннингу «Окская тропа». Бег тропами по пересеченной местности проходил в Нижегородском парке Швейцария. Тарас Олесницкий на маршруте 10 км в группе М занял 5 место. Владимир Королев стал вторым в группе М40 на дистанции 5 км. Сергей Егоршин и Николай Орлов пришли первыми в группах М70 и М80 соответственно. Алена Бурцева стала серебряным призером на дистанции 1500 метров. Воспитанники Саровского центра «Казачий острог» заняли вторые места в соревнованиях по тактическому троеборью и в общем медальном зачете на военно-патриотическом слете «Свет Отечества». Слет состоялся в дни осенних каникул в селе Конерга Ордатовского района. Спортсмены от 10 до 17 лет соревновались в тактическом троеборье, казачьем кинжальном бое, метании ножа и копья, стрельбе из пневматической винтовки и лука, борьбе на поясах. В общем медальном зачете на первое место вышла команда из Арзамаса. В тактическом троеборье лучшими признана команда из нижегородского поселка Доскино. Воспитанник школы рукопашного боя имени святого Александра Невского Максим Ваклашин на всероссийском турнире по армейскому рукопашному бою в рамках спартакиады боевых искусств «Непобедимая держава», которая проходила в городе Тольятти с 26 октября по 4 ноября, одержал уверенную победу в своей возрастной и весовой категории. Финальный бой завершился красивым нокаутом противника. Спортивный зал спорткомплекса в Нефь переполнен детским смехом. В этом году в традиционных соревнованиях приняли участие 30 семей. Кто-то уже не раз становился победителем семейных стартов, ну а кто-то только дебютирует в подобных спортивных забегах. Но главная цель у всех одна – провести выходные с семьей весело и с пользой. Конечно, не только какие-то умения, там спортивные навыки нужны, это желательно. Но главное – это вот действительно сплоченность семьи, то есть… Нужно все делать вместе, все делать, как говорится, дружно, и тогда
все будет получаться. По правилам в каждой команде 3 человека – мама, папа и ребенок. Семьи соревнуются в 2 возрастных группах. Родители с детьми от 5 до 7 лет и от 8 до 11. Александру и Евгении Чесновым пришлось нелегко. Им предстояло каждое испытание проходить по 2 раза. Потому что с Димой мы уже участвовали, а с Дашей первый раз. Нам понравился этот старт. Он интересный, опыт очень такой тяжелый, потому что в 2 сразу принимать в возрастных категориях тяжеловато. Но интересно. Соревнования проходили в 2 тура. Первый отборочный. Семьи, показавшие здесь лучшее время, выходили в финал. В итоге за победу в стартах боролись по 5 команд в каждой возрастной группе. В конце спортивного праздника победители и призеры были награждены дипломами и подарками. Мария Рунич, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Вы знали, что салфетка может стрелять в кекс, ее ломать стол в художницу, а скальпель демонстративно выгонять Людвига? Если нет, то отправляйтесь в молодежный центр. Уже в эту субботу там пройдет юбилей клуба «Салоны мафии. Закрытый город». На праздничном вечере всех участников ждут приятные сюрпризы и новые открытия. Приглашают всех желающих. Придя на игровой вечер, вы можете найти себе любое место. Мы вас обязательно поддержим, обязательно пригласим, поиграть с нами или уже познакомиться с другими ребятами. У нас играет огромное количество людей, начиная от школьников, заканчивая до чиновников, сантехников, работниками в НИЭФ. Так что неважно, в какой вы профессии, неважно, сколько вам лет, эта игра настолько многогранна, что в нее играют все. Посещаемость закрытого города растет с каждым годом. За время существования клуба игры посетило более 700 человек. Здесь участники заводят новые знакомства, выезжают на новые различные турниры, привозят кубки и просто играют в свое удовольствие. Каждый раз организаторы стараются придумывать для любителей этой интеллектуальной игры различные акции. Одна из таких – «Тайный друг». На протяжении 2 недель ребята дарили друг другу подарки, и на игровом вечере будут подведен итог этой замечательной акции. Также у нас будут очень много подарков от спонсоров, конкурсов, поэтому мы всех вас обязательно ждем. Попробовать себя в роли шерифа, дона мафии и мирного жителя может каждый желающий старше 16 лет. Клуб «Закрытый город» приглашает саровчан на игры каждый четверг и субботу в 19:00 в молодежный центр. Вход свободный. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Хореографический коллектив «Контемп» детской школы искусств представил на фестивале композиции «Ирландский рил» и «Контемпорари». С ними коллектив стал лауреатом первой степени. Жюри оценивало конкурсантов сразу по нескольким критериям – техника исполнения, построение номера, сценичность, артистизм участников. Я детей настраиваю, что нужно танцевать не лучше, чем другие, а лучше, чем вчера, чтобы мы просто развивались, самовыражались. И неважно, какое мы место привезем, главное наш опыт сценический. Они этими конкурсами очень сплачиваются, очень растут в плане выделки движений. Танцевальный коллектив «Сюрприз» под руководством Ирины Смирновой в номинации «Народно-сценический танец» стал лауреатом 2-й степени. Это направление было самым многочисленным на конкурсе. Более 20 коллективов представили хореографические композиции на фольклорную тематику. Мы показывали 2 композиции – танец «Подружки» и «Вертушки». Вот. В общем, коллективы были сильные именно вот в этой номинации. Очень сложно было, конечно, соревноваться с такими знаменитыми товарищами. В общем, дети нас не подкачали. В общем, они молодцы. По словам Ирины Смирновой, 2-е место для сюрприза – это тоже хороший результат. Будет над чем поработать и сделать номер лучше. Впереди их ждет всероссийский конкурс-фестиваль хореографического искусства «Балакирев Данса» в Нижнем Новгороде. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24.